Пенсионер Федор Степанович Руденко доволен. Он получил солидное вознаграждение и избавился от незарегистрированного оружия. А ведь за него можно схлопотать срок. И все это благодаря акции, проведенной МВД. С 1 февраля по 31 марта полицейские выкупали у населения незарегистрированное оружие. Самое главное, что появился повод сдать это оружие, как говорится, от греха подальше. Когда говорят, грабли раз в год стреляют, а оружие тем более может выстрелить. Мало ли, в какие руки попадет. Во время этой акции южане были очень активными, сообщили нам в лицензионно-разрешительной системе. Всего по области в полицию с заявлением о добровольной сдаче обратилось почти 1500 человек. Оружие, которое было принято, заполнило арсенальную комнату. В дальнейшем эти стволы будут отправлены в плавильную печь. Всего по этой акции к нам обратилось 1499 человек. Было принято 2214 единиц оружия, 418 нарезного, 1795 гладкоствольного, а также один травматический пистолет, две гранаты, одна мина и более 5000 боеприпасов. Пока вознаграждение получили 77 человек. Выплаты составили свыше 8 миллионов тенге. В общей сложности ДВД ЮКО получил на эти цели 37 миллионов. Ежемесячно на выплаты за оружие будет выделяться 3 миллиона 700 тысяч тенге. Те, кто добровольно сдаст оружие после 1 апреля, будут освобождены от ответственности, но компенсацию уже не получат.